По 14 преступлений на каждого. В столице Чувашии вынесли приговор 4 подросткам. Молодые люди за одну ночь установили антирекорд по количеству правонарушений. Новочебоксарским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении 4 молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет. Они признаны виновными в совершении группы лиц по предварительному сговору краж и покушений на кражи по 3 эпизода, неправомерного завладения автомобилем без цели хищения и 7 эпизодов покушений на угоду автомобилей. Для четверки преступников ночь 16 июня прошлого года выдалась очень куражной. С 10 часов вечера и до 6 утра они успели угнать 3 легковых автомобиля, 3 микроавтобуса и 1 газель. Автомобили взламывали отверткой или разбивали стекла бейсбольной битой. Кстати, сами орудия преступления подростки тоже украли из транспортных средств, которые они пытались угнать. Им удалось завести двигатель только одной машины, но она скоро заглохла. Из вскрытых автомобилей малолетние преступники утащили не только отвертку и биту, но и магнитолу, антирадар и аккумулятор. Один из воришек утащил кошелек с 3 китайскими юанями и 1 долларом США. В итоге потерпевшими по уголовному делу признаны 8 человек, а 4 преступников задержали. Следователи подсчитали, что за один день каждый из них совершил по 14 преступлений. Приговором Новочебоксарского городского суда 3 молодым людям назначено реальное лишение свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 3 лет, поскольку ранее они привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с хищением чужого имущества. Еще один их 19-летний сообщник приговорен к 2 годам 3 месяцам лишения свободы условно.